В легендарной MMORPG Perfect World вышло обновление «Путь странника». Тебя ждут новые активности, захватывающие территориальные войны и крутые награды за популярные PvP-события. Опробуй новый класс, стань загадочным странником. Научись мастерски управлять боевым шестом или наноси большой урон своим врагам в облике белой обезьяны. Новому герою еще только предстоит занять свое место в идеальном мире, и именно ты можешь помочь ему в этом. А если ты не играл в Perfect World, то знаешь, что сможешь безгранично летать на собственных крыльях, сражаться с другими игроками на межсерверных локациях, проходить опасные подземелья, построить дом и, конечно же, завести много друзей. В игре действует система бонусов «Путь новичка», которая поможет тебе быстрее освоиться в игре. Повышай уровень и заходи в игру почаще, ты получишь приятные подарки. Пока твой персонаж растет, для него будут действовать благословения, увеличивающие опыт, дух и духовное знание. Незабываемые приключения в идеальном мире ждут. Всем хай, с вами снова я, Darkwood X, и в этом видео мы будем играть в игру под названием Perfect World. Ну что ж, давайте начнем и выберем нашего персонажа. Ну что ж, кого вы выбрать? Давайте посмотрим сначала зооморфы, как они выглядят. Так, с первой. Ты кто? Такс. Сначала на урон надо посмотреть, сколько он урона наносит. Урон мощный. Игра жизни тоже нормально. Давайте его, конечно. Только не говори, что я могу. Ждем, пока загрузится. О, 100%. Так, быстрее, быстрее, быстрее. О, все, загрузилось. Давай. Нажми для пропуска. Пропуск. У меня пропуск есть, у меня собственный пропуск есть, ты меня понял. Ходить я все тут умею, я не тупой, чтобы не знать. Скорее, бездушный повсюду, понял я. На. Умрёшь ты, умрёшь. На. Давай, 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 умри. Я это уже использовал. А, я телепортоваться умею, да. Я за этим наперед ходить, походу. Я лунную походку умею делать, вы видали. Так, пропускаем. У меня орёл. Нормально. Чё тут? Проверь, что происходит впереди. Поиск пути. Ну ладно. Пропускаем опять. Надо убить владыка темница. Вот тебе вот это вот урон. На, вот тебе. Давай умрешь ты. Ты сегодня умрешь от не моих, но конечно ты умрешь. Открой глаза и всю не объем. Кого что-то он сказал. Ты не сможешь сопротивляться моей силе. А где ты? А, вот. А чё я ниже, чем они? Открой глаза и узришь.
Да. А, вот, все. Все, мы тебя уничтожили. Ха. А, нет, не уничтожили. Появилась новая тварина. Нечестно, 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 нечестно. Так, город оборотней пропускаем. 3D, настраивайте все параметры камеры. Ага. Подойдите-ка. Настройки. Я не могу, я ору просто от его лица. Как они? Я не могу на его лицо, там без глаз остался. Нет, блин, не туда нажал. Блин, его лицо просто, я его так изуродовал. Дед Мороз? Ага, хорошо. Подожди, я хочу посмотреть. Источник дается в особых событиях, понял? Подожди, давайте улучшим чуть графику. Изображение, качество, все, теперь будет нормально. Ты тоже умрешь. Нет, это я поводу умру, или это мой телефон умрет сегодня, я не знаю, но... Он точно долго не проживет. Да как я эту лунную походку делаю, я не понимаю. Отлично, ты хорошо подходишь для этой работы. Может, тебе стоит иногда тренироваться в прополке? Ладно, подумаю об этом. Ха-ха-ха, твой дух слаб, как солома. Тебе нанесли серьезный урон во время той битвы в небесах. Неудивительно, что я чувствую такую слабость, навыки плохо слушаются. Тебе повезло попасть ко мне, хоть я и не старейшина, но я не знаю достаточно, чтобы открыть твои каналы, хочешь попробовать? Почему бы и нет? Что такое? Хорошо, что я вовремя. И что? Я изменился! Мое лицо изменилось! Чего? Че это было? Магическая сила течет гораздо лучше. Спасибо огромное. Старейшина говорит, если поешь песен, то пой до конца. А если помогаешь, то помогай как следует. Я вижу, что ты еще восстанавливаешься. Могу научить тебя кое-чему. Ладно, короче, пропускаем. То гид девочка становится, то монстром становится. Что происходит? Извините, я чуть слегка простудился. Попробовать, ну ладно, вот тебе один удар. Ага. Я сильнее, чем ты. Вот тебе удар. Ха-ха-ха. Ты умер. А я победил. Да как? Боевое искусство можно отточить как меч. Ладно, все. Лошадник. Ну что ж, здравствуй, потомок бога из могущественного народа, Зоомор. Как могу я, ничтожный человеческий торговец, без особых заслуг помочь тебе? Пропустим словословие, я просто искатель, меня прислал гид. Он сказал, что ты можешь дать мне лошадь, чтобы добраться до города оборотней. Ладно, это пропустим. Текс. Неукротимый смерч. Давайте неукротимого смерча возьмем. Окей.
Осталось 5 раз. Понял. Нажми стрелку влево. Я нажимаю. Пока курсор дойдет до... На... Дрессировка. Осталось 4 раза. Ну что ж. Вот. И вниз. Осталось 2 раза. Вот это хорошо. Давай. Все. Последний раз. Давай. Последний раз остался. Все. Мы укротили лошадь. Теперь он у нас. Такс, объездчик. Такс, давайте покормим смерча. Через задницу кормим нормально. Короче, ребята, на этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующем.